Сегодня будем говорить о предлоге «д», от которого вы просто опупеете, потому что у него столько много значений, но я вас научу все значения понимать. Поехали! Это такой подлый предлог, который сам один, а значений у него тысячи могут быть. Такой хитрый он передает и принадлежность, и откуда ты родом, и из чего сделана вещь, и много-много другое. Чего, будем надеяться, что у вас умный учитель, и все будет хорошо. Главное, не ленитесь и работайте. Уважаемые дамы и господа, приступаем к предлогу «д». О-ла-ла, внимание, сейчас я вам поведаю великую жгучую тайну, как предлог «д» передает принадлежность, когда что-то принадлежит кому-то. Конечно, лучше было бы, чтобы все принадлежало только мне, ну может быть и тебе, но вот когда что-нибудь принадлежит какому-нибудь Пьеру, это нехорошо. Вот, к примеру, ботинки Пьера, и именно предлог «д» покажет, что эти ботинки принадлежат Пьеру, предлог «д». Ce sont les chaussures de Pierre. А вот дядя и тетя стоят, это жена Пьера. C'est la femme de Pierre. Стрелочками это я показываю, чтобы вы дядю с тетей не спутали. Ой, а что это? Скажите, пожалуйста, на милость. Это такая интересная штука. Что ей делают? C'est le magnétophone de Pierre. Ого, а это что, игрушечная собака, что ли? C'est le chien de Pierre. Ха-ха-ха, собака, а я думал свинья. А это кто, кенгуру с рогами на столе? C'est le lapin de Pierre. Ух ты, это заяц оказывается. А если совсем правильно сказать, это кролик. Так тут все, что ли, принадлежит этому пацану, Пьеру? Ха-ха. Надо в этом разобраться. Так вот, давайте разберемся, как это у нас так получилось, что все принадлежит этому Пьеру. Возьмем, к примеру, самое умное слово. Книга. Ха-ха. Источник знаний. Un livre. Теперь к умной книге прибавим оборот речи «это есть». Say, насколько мне известно. И тогда, ха-ха, мы получим оборот речи «это есть книга». C'est un livre. Но ведь книга-то чья-то... А чья? Пьера, наверное. И вот тут-то как раз настанет магический момент, когда книга из ничьей превратится в книгу Пьера. И для этого мы поставим магический предлог «Д» перед словом «Пьер». C'est le livre de Pierre. C'est le livre de Pierre. И вот используя вот такую конструкцию, когда ты ставишь предлог «Д» перед именем человека, ты можешь всегда передать понятие принадлежности. Здравствуйте, мои дорогие друзья, давно не виделись. Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons avoir la deuxième leçon sur la préposition de. Сегодня у нас будет второе занятие по предлогу de. Не расслабляйтесь, сосредоточьтесь и вперед сконцентрированно. Вы же помните, что предлог de показывает принадлежность, то есть когда все принадлежит мне. Может быть, тебе. Но никак ни в коем случае никому другому, потому что это плохо. И voilà, c'est un verre. Это стакан, просто какой-то стакан. Почему мы взяли неопределенный артикль «un»? Потому что это какой-то стакан, мы его впервые видим, и он для нас неизвестный. А теперь вдруг я захотел взять этот стакан и выбросить его в окно. А кто-то мне говорит, это стакан Пьера. C'est le verre de Pierre. Во-первых, особое внимание нужно обратить на то, что мы перед словом «стакан» неопределенный артикль заменили на определенный «le». Давайте поймем почему. Все очень просто. Потому что мы говорим именно об этом стакане. О конкретном стакане, который хотим выбросить. И потом, дорогой мой приятель, ты же хочешь обладать всегда конкретными вещами, а не какими-то там какими-то. Ты хочешь иметь конкретную машину, конкретный дом, конкретную сигарету, конкретный стакан водки. И, конечно же, при помощи предлога «да» ты передаешь понятие, кому принадлежит этот дом, машина, сигарета, стакан водки. И в этом случае мы ставим предлог «да» либо перед именем человека, либо перед его фамилией. И все. Par exemple, c'est la robe de Marie. Это платье Мари. C'est le chapeau de Pierre.
это шляпа Пьера. Теперь потренируемся применять предлог «de» для того, чтобы показать принадлежность вещи какому-либо человеку. C'est quoi? Это есть что. На нормальном русском языке это будет «это что». C'est quoi? C'est un fauteuil. C'est le fauteuil de Michel. Et ça, c'est quoi? C'est un couteau. C'est le couteau de Michel. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est un avocat. C'est l'avocat de Pierre. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est un citron. C'est le citron de Sophie. Et ça, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est un kiwi. C'est le kiwi de Christian. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est un melon. Ça, c'est le melon de Frédéric. Заодно познакомимся с вами со словами, обозначающими фрукты и овощи. А вот редисочка перед нами. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est un radis. C'est le radis de Vladimir. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est une banane. C'est la banane de Lydie. Ой, а можно я немножко скажу? Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est une orange. C'est l'orange de François. О ла ла, получилось у меня. А это что за фрукт такой гордый? Qu'est-ce que c'est? C'est une poire. Ага, есть один вопрос. C'est la poire de qui? Чья это груша, а? C'est la poire de Françoise. Эй, дядя, давай-ка посерьезнее. Здесь люди учатся. Сделай строгий голос, как у учителя. Чокнутого. Ah, mais non, je suis un professeur très sérieux. Et сейчас вы в этом убедитесь. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est une pomme. Ah, c'est la pomme de monsieur Duverdier. Знаю я такого, monsieur. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est une fraise. C'est la fraise de madame Duverdier. Ничего себе, у monsieur Duverdier яблоко, а у madame Duverdier клубничка. А может быть у нее малина? Une framboise. Qu'est-ce que c'est? C'est une framboise. C'est la framboise de madame Duverdier. Et ça? Ça. Et ça? Ça. Qu'est-ce que c'est? C'est une aubergine. C'est l'aubergine de monsieur Duval. Интересно получается, у monsieur Duval есть баклажан. Странно, а что есть у madame Duval? Et ça? Qu'est-ce que c'est? C'est une mandarine. C'est la mandarine de madame Duval. Et ça? C'est la pastèque. C'est la pastèque de monsieur et de madame Duverdier. De madame Duval et de monsieur Duval. Вот такая история произошла сегодня с овощами и фруктами, которыми распоряжаются Дювали и Дювердье. И чтобы показать, что эти фрукты и овощи принадлежали Дювалям и Дювердье, мы применяли предлог «de», который ставили перед именем или перед фамилией. Préposition de dans la phrase simple. Предлог de простой фразе. Если, мой дорогой друг, ты все еще наивно надеешься говорить по-французски без глубокого знания предлогов, то это очень напрасно. Сейчас посмотрим, как себя ведет предлог de в простейшей фразе. Мы же с тобой помним, что это Пьер. А у Пьера, естественно, есть какая-нибудь машина. И вот мы сейчас составим фразу, где будет предлог de, машина Пьера хорошая, машина Пьера плохая и так далее. Ну что, готов? Tu es prêt? Поехали учиться. Allons-y. La voiture de Pierre est grande. Машина Пьера большая. La voiture de Pierre est jolie. Машина Пьера славная, милая или красивая. О, какое слово. Jolie. La voiture de Pierre est chère. Машина Пьера дорогая очень. La voiture de Pierre est noire. Машина Пьера черная. La voiture de Pierre est longue. Машина Пьера длинная. La voiture de Pierre est petite. Машина Пьера маленькая. La voiture de Pierre est large. Машина Пьера широкая. La voiture de Pierre est performante. Машина Пьера усовершенствованная, то есть навороченная, короче говоря, современная.
А теперь внимание, дорогие друзья. Поскольку слово «машина», «la voiture» женского рода, все прилагательные «grande», «longue», «petite», «performante» имеют букву «e» на конце, как признак женского рода. А теперь, дорогой мой друг, в такой же фразе рассмотрим те же самые прилагательные, но уже в мужском роде. И, пожалуйста, будь всегда внимателен, потому что это очень полезно в жизни. Пригодится. Я всегда внимательно слушал, и поэтому кое-что понимаю. Le chien de Pierre est grand. Собака Пьера большая. И теперь вы уже видите прилагательное grand без буквы «e», как было в женском роде. Grand. Le chien de Pierre est joli. Собака Пьера милая, славная. Мы уже говорили об этом прилагательном. Le chien de Pierre est cher. Собака Пьера дорогая. Ничего себе собачачечку отхватил. Le chien de Pierre est noir. Собака Пьера черная. Le chien de Pierre est long. Собака Пьера длинная. Чё за собака у него непонятная? Le chien de Pierre est petit. Собака Пьера маленькая. Le chien de Pierre est méchant. Собака Пьера злая. Так он и сам Пьер тоже злой. Le chien de Pierre est intelligent. Собака Пьера умная. Интересно, откуда у дурака может быть умная собака? А теперь, внимание, мои дорогие друзья. Attention, mes chers amis. Важная информация. Information importante. Эта структура, с которой мы только что поработали, это пример для вас. Заменяя слова в этих фразах, вы можете создать миллион подобных фраз. И заменяя слова в этой фразе «le chien», «собака», «Мишель» и прилагательные, вы сможете создать 2 миллиона подобных фраз. Или 3, а может быть и 4. Вот так в вашей голове может выглядеть любая фраза подобного типа. Эта фраза может выражать и колесо машины, крыло самолета, пуговица пиджака и так далее. Il me reste de vous dire merci beaucoup, mes chers amis. À très bientôt et à plus. À plus, значит... Пока.